Всем привет, дорогие зрители! С вами Агаси, канал Paradise Alanya, недвижимость в Турции. Я сегодня нашел двухкомнатную квартиру на вас тройке. Быстренько покажу проект, который только сдался в эксплуатацию. Ключи от этой квартирки у меня. Она находится на третьем этаже вот такого проекта. Вход в резиденцию у нас с той стороны. С двух сторон дорожка. Асфальтирована будет через месяц или полтора месяца, как мне сказали. Вот такой бассейн. В этой стороне детский бассейн. Проект называется Navita 7 от качественного застройщика Sunmass Construction. У них тоже в таком стиле проекты. Здесь беседочка. Будет зона барбекю рядом. Детская игровая площадка. Там уже садик продолжается. Здесь у нас хорошая инфраструктура. Наберем пароль. Вот такое здесь лобби. Есть два лифта. Я туда еще вернусь. Покажу улицу. Ну, а здесь игровая зона, теннисный стол, также там журнальный столик есть. Вот вход в резиденцию. Цветочки, деревья. Камера наблюдения 7 дней 24 часа. Тут у нас зона отдыха. Здесь санузел. Что-то свет не появился. Здесь у нас сауна. Вот такая сауна с окошком на бассейн. Здесь римская парная комната. Вместимость 8-9 человек. Сауна вроде поменьше. Так, и здесь у нас фитнес. Айдат у проекта 250 лир. Такой фитнес, все новое. Так, поднимемся на третий этаж. Вот такой красивый лифт в таком вот стиле. Вместимость 6-8 человек. Шестиэтажное здание. Поднимаемся на третий этаж. Поднялись мы на верхний этаж. Вот тут так все просторно. На этаже 4 с этой стороны. 8 квартир. Здесь лестничная площадка. Вот. Так. У нас квартира находится тут. Номер 17. Вот такая прихожая. Домофон тоже присутствует. Домофон тоже есть. Закроем дверцы. Вот такая прихожая. С правой стороны у нас санузел. Такая душевая кабинка. Просторная, не маленькая. Вот. Хочу показать качественные стройматериалы. И спальня 12 квадратных метров. Не маленькая. Некоторые застройщики строят 9 квадратных метров. Я вообще в шоке бываю от них. А вот Sunmass Construction построил нормальную спальню. Высота потолков 280 сантиметров. Вид с этого окна на соседнее здание и на горы. Здесь у нас кухня, совмещенная с гостиной комнатой. Проверю-ка я доводчики. Да, доводчики имеются. Столешница гранитовая. Так. И гостиная. Не маленькая. Здесь 58 квадратных метров брутто считается вся квартира. Но жилая площадь где-то здесь 48-51 между ними. С этой стороны тоже я вам покажу. Вот, готовое место для рольставней. И вот такой балкон. Эти квадратные метры
вместе с балконом. Отсюда даже видно море, расстояние до моря по одной дороге максимум 950 метров, а по другой дороге 820 метров. Открыл по карте Google. У меня все данные точные на рынке Алании. Вот такой вид с этого балкона. Сторона здесь у нас восточная. Чуть не забыл сказать. Восточная сторона. Время съемки 12:00. Дорогие зрители, цена этой квартиры 54 500 евро. Тут цены повыше, так что знайте, ключи только у меня на рынке. Звоните, пишите на номер Telegram, WhatsApp, Viber. С вами был мистер Агаси, солнечный Алания, район Махмутла. Всем пока-пока.